Здравствуйте, коллеги. Мы вновь на ProDexpo 2021. Рядом со мной новый спикер. Здравствуйте, представьтесь и какую компанию представляете? Добрый день. Мое имя Надежда Тодорович. Я из Сербии и представляю компанию «Сербский торговый дом». Я в компании занимаю позицию коммерческого директора. В том числе, в основном, я занимаюсь закупкой. Проект создан в 2010 году. И уже 2014-го мы каждый год представлены на ProDexpo, как и этот тоже. У нас такой проект, что бы мы представляли на территории России продукцию из Сербии, потому что у сербов очень такое большое желание находиться на полках российских сетей и вообще. А у русских потребителей тоже существует доверие к качеству сырья, из которого в Сербии делается продукция готова для российских рынок. Тоже у нас концепция подразумевает, что мы выбираем сами такие известные и большие заводы, которые смогут себе позволить и качество, и цену, которая подходящая для этот такой серьезный и очень развитый рынок, как российский. В первом числе у нас, я сейчас покажу, это сербский сыр Бринза. Это уже стал брендом. И завод Имлек является одним из самых таких известных и лидера на местном рынке и регионе в Сербии. Так что он по качеству и по цене он позволил нам развивать этот проект уже успешно и уже долго. И он находится в почти каждой торговой сети на нивоу федерации, потому что мы работаем с ритейлом, мы делаем и PL завода, и развиваем наш PL, который называется «Сербская зимница», плюс делаем и PL сами сети. Так что этот проект такой, у нас сами первый, с этого мы начали, и он такой, мы гордимся с этим продуктом и с результатами, которые мы постигли. Конечно, исключительно насчет самого качества продукта. Тоже развиваем наш бренд «Сербская зимница». Это продукция, которая, это линейка, это по сербским рецептам, консервация, которая, линейка включает там все позиции, которые традиционно именно связаны с сербским рынком, это айвар и все, что на фону переца. Ну, такая, здесь это очень хорошо тоже, отзыв очень хороший и тоже очень хорошая представленность в сетях и по этому продукту или некий идет. У нас тоже вода MG Mivela. Этот проект мы начали тоже уже достаточно давно, там с 2013 года. Она здесь имеет то свойство и преимущество, потому что содержит магний, который является такой формой, которая достаточно долго задерживается в организме и допускает организму этот магний использовать максимально. И она по вкусу очень такая приятная, она не соленая, ее можно просто пить, и ограничения нет в количестве воды. Так что у нас три вида, без газа, с газом, сильно газирована, и она представлена тоже в аптеках, потому что мы получили в СГР, что она лечебно-столовая, у нее есть характер лечебной воды. Так что мимо этого мы постоянно расширяем нашу линейку, смотря на того, что здесь интересно и что по цене и по качеству сможет конкурировать здесь на рынку. И постоянно ищем новую продукцию, которая сможет поместиться в эту линейку, которую мы представляем. Тоже мы одна из единственных компаний, которая такая мультибрендовая, и мы представляем не только одну категорию, как молочную или консервацию, а мы представляем все категории, которые находятся в области продукта питания. Так что
так, это очень интересно и здесь нашим клиентам, а тоже очень интересно и нашим поставщикам, потому что каждый сможет предложить что-то, и мы все это обсуждаем, всегда никому не отказываем. Так что такой проект у нас, мы очень, как сказать, мимо того, что это работа, это от души, от сердца, такая гордость, она постоянно присутствует, что мы находимся на этом рынке, и что у нас получается, и что чувствуем доверие покупателя, и мы никогда, то есть мы делаем все, чтобы это и было на основании, да, чтобы это было оправдано со стороны нашей. Так что спасибо. И дальше. Спасибо большое. Спросить, наверное, мне нечего. Вы рассказали абсолютно все. Мы видим качество, мы видим прекрасную упаковку и лишь надеемся, что еще новые партнеры увидят вас, и у вас будут взаимовыгодные контракты, и конечный потребитель все больше на прилавках своих ближайших магазинов будет видеть вашу продукцию. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.